как превратить заказ стоимостью 5000 рублей в 15000 рублей. Ну, распространенная такая съемка, да, допустим, интервью продолжительностью 1 час, 2 часа, которая стоит у видеографов 5000 рублей. Как ее сделать, чтобы она стоила 20000 рублей? Все очень просто. Нужно внимательно посмотреть на все этапы работы и расписать их на несколько, да, на 10. И тогда вам даже самим будет сложно уместить все то, что вы делаете в рамках съемки этого одного интервью в 5000 рублей. У вас может даже получиться 50000 рублей, да? Вы потом будете ужимать эту смету. То есть вот такая магия. Магия, как работают сметы. Хотите научиться создавать такие сметы, тогда приходите на мастер-класс «Смета для видеографа». Этот мастер-класс уже помог десяткам людей повысить свой доход в 3 раза, буквально после просмотра этого мастер-класса, который длится всего 2 часа. Предложение ограничено, да, буквально еще несколько дней у вас есть возможность посмотреть этот мастер-класс.